Вот когда из интернета можно будет скачать пол-литра, вот тогда можно будет поговорить об интернет-зависимости. А пока что это только фигня. Как твои результаты в стрельбе? Неопределенные. Пока в мишени не нашли ни одного следа от выстрелов. Что-то мне захотелось на природу подышать свежим коньяком и шашлыком. Никому не нужен мой роман. Придется только читать ее дома семье. И большая у тебя семья? Нет, только я и собака. Захотелось спать. Выпил крепкого кофе. Теперь по-прежнему хочется спать, но гораздо энергичнее. Если смотришь книгу и видишь фигу, значит, твою заначку уже нашли. Сегодня ночью не смог уснуть, потому что под окнами орали песни, а потому что знал и подпевал. Когда я увидел, на кого она меня променяла, депрессию как рукой сняла. Так ей и надо. Понял, что надо что-то менять в жизни. Когда мне в виноводочном отделе сказали: «И снова здравствуйте». Заметил, что во время пьянок щетина и ногти растут гораздо быстрее. И это получается, что организм начинает понимать, что ты превращаешься в животное и пытается адаптироваться, отращивая шерсть и когти. Родители подарили 4-летнему сыну барабан. И только мудрый сосед через неделю догадался спросить: «А ты знаешь, что у него внутри?» Раньше наш малыш постоянно просыпался мокрым. Мы испробовали все подгузники, не знали, что делать. Но потом мы поняли, надо починить крышу. Подписываемся.